А знаешь, что среди этого барахла самое тупое? Дедсо, хорош с оскорблениями. Я все это выгодно перепродам. Вы посмотрите, кто у нас в бояре-то собрался? Да всему этому барахлу цена алтын в базарный день. Торговать нужно тем, что имеет спрос. Дедсо, а ты что, блоги экономические смотришь? На тебя, дурака, я вот сейчас вот смотрю. Между прочим, дед Слава в свое время на чесноке состояние нажил. На чем? На чесноке. Ты ж слышал, что вампиры типа чеснока боятся? Ну да. У меня в свое время градом весь урожай побило, и только один чеснок уродился. Ну и я давай соловьем заливать, мол, чеснок это вот от вампиров самое оно. За один день все продал.